День Дербента отметили в древнейшем городе России. Это культурно-просветительский проект, в рамках которого горожане получат возможность больше узнать о выдающихся уроженцах города. В прошлом году глава Дербента Хизри Абакаров поддержал идею члена общественной палаты Шумиша Батаева о ежегодном проведении 22 июля Дня Дербента. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1802 году, родился известный ученый-востоковед, первый декан факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, трехкратный обладатель Демидовской премии Мирза Казимбек. Я рад, что у нас появился еще один праздник, который называется День Дербента. Дербенцы – особенный народ, потому что все приезжают к нам, мы всех принимаем, поем чаем, кормим пловом, да, и все не забывают, как мы их встречаем, поэтому каждый раз к нам приезжают. 24 июля в рамках празднования на площадках, расположившихся в одноименном переулке, прошли различные мероприятия, в том числе фотовыставка «Ретро-Дербент», где можно было увидеть виды старого Дербента.